Всем здорова, снайперы, с вами Кси, это же другой братан Олег Фазбер, мы продолжаем проходить в FNAF Sister Location Custom Night. Что ж, давайте-ка постоим. Значит, я вам хотел пройти с тремя, но почему-то все люди, как всегда, уходят. Вот почему, непонятно. Остается, надеюсь, только я. Так что, ребят, если вы хотите видеть стримы, то, пожалуйста, приходите. А если вы не хотите, то и не скажите. Нет. Так что, ребят, приходите. Так что приходите. Что-то игра глупает. Надо мало смотреть камеры и больше смотреть двери. Да не глюкай. Так. Вот и первая наша минерина. Сейчас будет их несколько. Вот из-за минерин сложно вот так поворачиваться. Вот видите? Ну, чуть-чуть стало сложнее. Блора валит куда попало. И вот наша третья минерина. Вот видите, стало сложнее поворачиваться. Третья минерина по счету тоже 4. Уже 5 минерин.
Видите, у меня дождь идет. Надо закрыть окно, но я не буду, потому что запись идет. Все, закрыл окно, теперь все нормально. Пускай они там сидят. Save me a dance for another day, perhaps. О, красиво получилось. 40% 6 утра. Не, ну красиво там. Красота в красоте. Итак, Freddy and Co. Hard, very hard, точнее. Так, он. Так, я сделаю погромче, чтобы слушать этого фонтан рода. Привет, Венда. Так. Так, часик. Так, фонтан Фокс выглядывает. Забыл. Вот зато первый скримак. Very hard. Normal и hard не было скримаков. Сейчас скримать. Блин, я отвлекся на. Отвлекся на что-то. Просто я дожидаюсь от моей премьеры, которая уже скоро начнется через 15 минут. Но я готов так поставить. Я не знаю, но, наверное, там, да. Вот.
Главное, чтобы Венда не появлялся, а то это... Капец. Во, появился. Здрасте. Ошибся, да? Ух ты ж. Я предложил бы сидеть с закрытыми дверями, но не. Вот я просто готовлюсь к атаке. До свидания. Так. Пока нет. Вы же знаете, что и Фантайм Фокси может из двух сторон. То есть, может ли здесь сидеть? Но не уверен. А у нас 3 часа. Энергии хватает, все хватает. А бомбом не смог. Попался? Так. Уйди, Венда, ты мне не нужен. Ну отлично, пока нормально. Так, тихо. Вот я так и думал, что Венда это и есть Golden Freddy. Вот если вы не верите, то догадки есть. То, что он Golden Freddy.
Все. Фонтан Фокси даже не успел убежать. Так, Фонтан Фрэнзи, то есть Венда, Фонтан Фокси, Фонтан Фредди и Лоубит вместо Барнет. Если чё, беги. Не пофиг. Так. Так, выглядывает. Так, потом Фредди здесь. Тихо. Венда. Вот это фантайм, друзья. Редко. Тихо. Тихо. Ну пускай такой. Фонтайм Фокси мне. Пофиг. Пускай бегает. То есть вот вам читерский способ. Хотя вам надо экономить энергию. Вот видите? Хотя можно, потому что она уже на третьей стадии, но можно чуть-чуть поотдохнуть. Можно тупо посидеть. Ничего не поделать. Вот как видим, фонтан Фокси выбегает. Неизвестно куда. Вот она как к соседу обращается, вот так, то есть прибегает и стучится, и говорит: «Сосед! Вот, вот, иди!» И слушай, то есть она так к соседу обращается, вот так: «Сосед, что здесь? А если дойду?» Не, ну... Если соль в соседа есть, то тогда идите к соседу, идите, берите соль. Не сложно. Это не сложно. Тихо! Вот это фонтан Фрэнзи. Откинуть не могу. Типа. Не, ну я... Венда и фонтан Фокси. Фонтан Фокси. Бегать, бегать.
Это... Вот-вот. Ну так, он думал, что я вот так. А, фонтан, фукси. Бул? Не угадали. Успел я. И 25. Ну, вырежем, наверное. У тебя должно быть 5. Так, тихо, нормально. Так, отлично. 20 минут снимаем, это нормально. Запись идет, запись идет. Так, ну фонтан по стадии. Ну мы выжим, я думаю. Что мы выжим уже 5 в 3. Они бывают это умные, это глупые. Вот, пускай закрытые двери будут, не пофиг. Но все равно выживем. Давай, 6 утра. Фонтайн Фокси не успела. Не успела. Фонтайн Фокси. Я просто... Алло, поиграть. Так, уже 4 звезды. И это Very Hard. Сейчас будет Dollar Tackles. То есть... И Герут Снайсер. Ну что ж, давайте-ка приступим к Dollar Tackles. То есть Dollar Tackles. Это у нас маленькие, миленькие. То есть сейчас будет... Полная трындец. О, ты уже пришел. Замечательно. Если он скажет I'm the inside, то тогда закрываем дверь. А хотя можно продержать дверь закрытой. И тупо следить за энергией и оксигеном. Вот-вот-вот. Вот она, хихикающая банка. А вот наш хихикающий банк. Ударили по попкам маленьким. Но сдаваться не собираются. Посидите и ничего не делайте. Да. Будет скучненько сидеть, ничего не делать. Энергия. Энергия мне нормально, потому что будем сидеть, ничего не делать. Вообще мы уже 25 минут снимаем.
наверное, мы успеем записать уже 5-й челлендж, потому что 5 челленджей у нас будет в этом видео. Вот вам еще попутки. Попутки. Начало. Так. Ну, это же главное. Кажется, удаление такое, то, что уже премьера одна началась. Ну ладно, пускай. Ну ладно. Все равно я тут тоже вижу. Кое-что путал, но не напутал. Так, она выпила, да, все выпила. Все нормально, выживаем, 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 выживаем. Да. Так. Так. Так, ну, пока нормально. Все. Ну мы почти уже видели. Так. Ну мы уже выжили. Где наша победа? А вот и она. Победа всех миров. FNAF System Location. Так. Все, пройдено. И Geralt's Knight. У нас раз, два, три, четыре челленджа пройдено. А осталось последний челлендж у нас на видео. Можно оставить дверь закрытой. Да, Geralt's Knight. А, это был про эту фигню. Так, тихо.
fine. Тихо. Пока. Ой, закрыть. План такой. План такой. Только 2 часа ночи уже бегают как угорелые. Только 2 часа. Блин, когда 3? Как 3? Не, ну угорел это летит. Не, летят, не угорел. Угорел. Стоп, она может побежала, это большуха. Ну да, это стоящая.
тихо. Save me a dance for another day, perhaps. Save me a dance for another day. Да, пошли. Прошли. Все. На этом все. Большое спасибо всем за просмотр. Всем удачи. Всем пока.